Приветствую вас. Я бы сказал, что для начала нужно понять, что именно вы сделали не так. Сначала нужно занять максимально комфортную для девушки позицию в отношениях с ней. Вот. Для начала нужно расслабить девушку, чтобы она была уверена в том, что вы вы не причините ей боли никакой, что вы не создадите для нее негатива. Вот. Ну, очередного негатива. Вот. И чтобы девушка была уверена в том, что ничего плохого с ней не будет. Вот. Это, собственно говоря, является тем необходимым минимумом, который вам нужно сделать. Понимаете, нельзя просто взять и, как вы сказали, все вернуть. Это невозможно. Потому что вы расстались с ней. Это определенный опыт. Это ваш опыт. И этот опыт нельзя игнорировать. Его нужно пропустить через себя. Его очень желательно усвоить. И усвоив опыт, вы можете уже сделать выводы. Как это не парадоксально звучит, но сейчас, говоря о возвращении девушки, вы, по сути, игнорируете опыт. То есть, по сути, вы противоречите сами себе. Вы говорите, что мне нужна помощь в том, чтобы не наступить на те же грабли. Да, мне нужна помощь в этом. Но вместе с тем, что вам нужна помощь в этом, вы такое впечатление, что продолжаете на эти самые грабли наступать. То есть в том, что пытаетесь вернуть сейчас человека, вернуть сейчас девушку. Поэтому первое, что нужно сделать, это отказаться от самой идеи возврата человека, занять наиболее нейтральную и безопасную для нее позицию. Вот. И проанализировать свою модель поведения по отношению к ней, сделать выводы, решить свои проблемы, которые с вашей стороны привели к расставанию и к наступанию на грабли. Вот. И после этого уже можно будет делать какие-то шаги по направлению к ней. Ну, точнее, даже не по направлению к ней, а по направлению к себе. По направлению к себе. А уже параллельно вы будете демонстрировать девушке то,
какой вы. И демонстрируя своей девушке, какой вы получите шанс на восстановление отношений. Именно шанс, но не гарантию. Вот вы говорите, помогите мне ее вернуть. Зачем, Сергей? Сейчас вы ее не вернете, потому что слишком вы замотивированы это делать. Вы ее не вернете сейчас, но вы можете разобраться в себе. И когда вы перестанете хотеть так сильно ее вернуть, как сейчас, у вас все начнет получаться. Но для этого нужно снизить уровень вашей мотивации. Снизить уровень вашей мотивации, а ее вернуть. Немножечко расслабить, снизить уровень напряжения в этом желании. Раздробить желание вернуть на несколько других, более таких частных, но не менее важных желаний. И вот тогда вы сможете проявить себя с самой лучшей стороны. Что и продемонстрируют девушке, какой вы. Ну, а она уже решит, будет с вами или нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.